Всем привет, с вами Прия. Прошла неделя усиленного фарма миф плюсов, пришло время вскрывать недельные сундуки. Так, начнем же. Начнем с вара, потом ладинчик, потом друид и закончим все это дело ДК. Поехали. А на вара падают запястья, которые не нужны. Ну и падает утроба душ. Окей, хорошо. Надо, кстати, почистить место маленько в сумках, то дергать так по одному баджику относительно неприятно. Ну а что эти запястья? Ради эквипа их только оставить, как вариант. Да и все. Да, так вот сделаю. Эти запястья просто продам, да и все. Не особо задумываясь о тех сетах, которые у меня составлены. Окей, идем на паладина. Почему я не одел эти запястья? Потому что у меня нацеплены легендарные. Менять легендарные запястья я что-то как-то не собираюсь. Хотя, всякое может быть. Но пока что, откровенно говоря, я не готов к этому. Может что-то поменяется со временем. Так, ну что? Сундучок на паладине. По паладину падает релик 960. Вместо моего 930. Вполне идеально. После вскрытия всех сундуков поработаем с ним в тигеле. Ключик, верхний ярус каражан. Хорошо. А, ну да, и артефактик надо будет прокачать. И тогда и полоска качнется. Ну, короче, будет чем заняться после вскрытия сундуков. Окей. Так, друидиком вскроем сундучок. Смотрим, что упадет. Поехали. Так, лучше на танк стоит, отлично. Жилет 65. Окей. Старый дизайн. Ключик логово. Так, идем дальше. Остается ластовый, самый главный персонаж. ДК. Фу-ху-ху-ху-ху-ху. Страшно. Очень страшно. Лут над танком. Поехали. Это как упал рандом Лего, а это плащ, на котором месте у меня сет висит. Ой-ой-ой-ой. Так, что по АПшке? 12 миллиардов, 31 миллиард и по 2,5. Ну, я проходил 25-й ключ. Ой, 25-й ключ, 22-й. И сейчас дали 21-е око. Хорошо, так, а этот плащ? Этот плащ, зачем он мне вообще нужен? Не знаю. Я сделаю вот так вот. Да и как бы и все. А смысл мне от этого контракта, если у меня есть глефы? Так вот сделаю. Да, когда-нибудь я лутану что-нибудь полезное на этого ДК, но что-то я чувствую, это будет не скоро. Ладно, пойдем работать с паладинским тигелем. Когда-нибудь это будет релик, какая-нибудь бижутерия полезная, ступни, пояс, но похоже, что нет. А это очень-очень расстраивает меня на самом деле.
Так, возьму-ка я пока что вот так, чтобы быстрее перебегать с точки в точку. Отлично. А я даже вот так вот сделаю, чтобы дело шло побыстрее намного. Так, а что получается? Получается-то что? Всю эту неделю продолжается фарм мифик плюсов. Обычный фарм, то есть там в пределах 18-20 ключей. И получается Анторус с 15 по 20 МСК каждый день. Лутаем эпики, радуемся, лутаем легендарные тринки в виде видений Амантула. Очень много их упало, целых ноль. Это радует. Очень. Так, ну что, Тигель. Ну тут я возьму суровое правосудие. А что тут на прокола? Ну, я прокачаю центральный талант. И все, что полезнее будет взять. Привязку или ударную вспышку. Очень интересно на самом деле. Возьму-ка я привязку, на самом деле. Ну и потом возьму бастион истины на каком-то левеле. На 72-м. Ну да, получается. Следующие три левела. О, да, конечно, когда-нибудь лут на ДК начнет меня радовать. Надеюсь, это случится на следующей неделе. Всех вам благ, счастья, здоровья. Заходите на стрим и заходите в ВК-группу, которая проходит розыгрыш ВК-жетона Варкрафта ежемесячно. Чекайте все, что можно. До скорого. Берегите ноги.